Здорово, народ! Вы на канале Уикенд с Денисом. И сегодня мы с помощью вот этой вот саперской лопатки построим временное убежище. Снежную иглу. Поехали! Ребята, как вы заметили, снега в Подмосковье выпало по колено. И поэтому, я думаю, нам не составит никакого труда с помощью вот этой вот небольшой лопатки построить это временное убежище, которое нас защитит от ветра, от холода и от других природных катаклизм. Выбрал я местечко, где буду строить, на опушечке леса. Снега тут предостаточно, так что начинаем. Так, строить будем примерно 4×4. Сначала очертим периметр, сделаем такой как бы заборчик, ход, чтобы можно было ходить вокруг нашей иглы и закидывать на нее снег. Так что, ребята, если 10 числа я не смогу заплатить за квартиру, то вполне спокойно я здесь проживу до весны. Я думаю, здесь будет комфортно, поместятся коты, вещи, компьютер, и даже я смогу тут работать. Устал я уже нереально. Можно не ходить никакие ни фитнесы, ни спортзалы, а просто берем зимой лопатку, одеваемся и идем строить дом. Калорий сожжете намного больше. Не знал я, где сделать вход в нашу будущую иглу, поэтому решил сделать со стороны поля. Так, мне кажется, будет нормально, может быть, не очень правильно, ветер будет задувать, но мне так захотелось, поэтому так и делаем. Теперь начинается самая интересная часть работы, постройки. Это накидывание стен и крыши. Думаю, будет очень классно, интересно и больно, поскольку устану я нереально. Но что делать, домик нам нужен, чтобы выжить в этих непростых условиях. Короче, с помощью лопатки вот этой вот маленькой снег накидывать я буду, думаю, до вечера, если вообще не до завтрашнего дня. Поэтому лопатку пока откладываем в сторону, она нам потом пригодится. И начинаем работать. Вот такую штуку я нашел в машине для обуви. Я думаю, с помощью нее вместо лопаты мы легко накидаем крышу. Я, по крайней мере, так надеюсь. Это, ребята, того стоит. Думаю, перед внутренними работами надо немножко уплотнить наши стены и придать небольшую форму, чтобы было более-менее красиво и эстетично.
Я его укрепил со всех сторон, все уплотнил. Вроде должно быть нормально, наметил, где будет вход. И теперь начинаем копать внутрь. Надеюсь, ничего не обрушится. Так, ребята, по бокам немножко начинает давать там трещину. Зад немножко начинает проваливаться. Но я думаю, ничего страшного. В любом случае, мы все равно попробуем это сделать. Сейчас немножко снега отсюда выкинем. Который у нас тут с крыши упал. И будем продолжать лопаточкой копать внутрь. Да, стеночки немножко трещат по швам. Очень надеюсь, что это все не обрушится. Ну, потому что жалко, столько строил, и все напрасно. Строго не судите, это мое первое убежище. Никакого опыта в этом вообще нету. Так посмотрел пару роликов. Но там строят день-два больше, а я так за пару часов решил построить такое. Все равно очень круто. Место фитнеса просто класс. Так, короче, народ, почти закончил я с внутренней отделкой. Все выкопал, больше копать не буду. Стены начинают немного трещать, кое-где появляется трещина. Сейчас просто вот так вот рукавичкой отштукатурю, внутреннюю отделочку сделаю, чтобы было все красиво. И игла готова. Ну, это, короче, больше не игла получилась, а такой сугроб непонятный. Вернее, нора в сугробе. Но здесь, в принципе, я себя был уверен, что конструкция надежна. Здесь легко можно было провести ночь. Я думаю, здесь было бы очень тепло. Ну, вход немножко заделать, поднять, сделать такой настил. И было вообще отлично. Получился домик, мне очень понравилось, было нереально круто. Короче, ребята, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, скоро будем строить более надежные сооружения и будем весело проводить уикенд, соответственно, с кем? С Денисом, со мной. Все, ребята, короче, всем пока, удачи, а я пошел спать в эту иглу, ну, полежу 3 минуты и поеду домой. Всем удачи, пока!